У меня нет столько места. Будь осторожна, мы нашли волчье логово неподалеку. Возможно, ты здесь именно поэтому. Паломники подошли к месту слияния двух рек и решили поселиться там. Они воздвигли две пирамиды и начали новую жизнь, стали защитниками шкатулки. Я тут. Мы ушли от Унрату. Мы в пещере неподалеку. У входа есть знак цапля и затмения. Иду к вам. Может, они нам помогут? Он у тебя? Мы попались. Унурату схватили, и у нас забрали ларец. Мы в курсе. Посмотри на план. Ее держат в тюрьме рядом со старым храмом. Хакан устроил налет, и он тоже пойман. Мы возьмем мост, ведущий к тюрьме. Это агрессивно. А если мне подняться, освободить ее и подать сигнал к атаке? Вариант. Эцли на разведке в верхнем квартале. Он тебя проведет. Я с ним поговорю. Как выведешь ее, мы тебя прикроем. Годится. Оружие и защита. Спасибо. Лара. Я ее спасу.
Снова схватили мятежников? Ишик, может, ты поможешь? Я отправил 5, чтобы они выкрали оружие для мятежников у секты Кукулькана, но план провалился. Раньше я бы сам повел их, но сейчас я не могу сражаться и даже бегать сразу кашляю кровью. Но я хитроумен, точнее, был таким до сегодня. Моих друзей схватили и подвесили на столбах в нижней деревне в назидание остальным. Они будут там висеть, пока не умрут. Я этого не допущу. Да, в одежде змеиного стража ты сможешь освободить всех 4, и тебя не узнают. 4? Ты сказал, на задании было 5. Было. Их вел Калкуи, но когда всех схватили, его не было. Никто его не видел. Наверное, он мертв. Сделаю, что смогу. Шестилучевая булава, отлитая из меди. В булаву вделано лезвие топора. Грозное оружие. Секта наверняка торжествует победу. Мы с Учо разговаривали, Сиену. Учо, что тебя беспокоит? День коронации Эцли приближается. Скоро он станет мужчиной и начнет свой путь становления королем Пайтити. Этот день обещает быть просто чудесным. Мы сражаемся с Амару и его сектантами в надежде на этот день. Иногда нам всем нужно вспомнить, за что мы сражаемся. Я могу чем-нибудь помочь? Когда отец Эцли Сайри погиб, Унурату оказала мне большую честь, попросив взять на себя его обязанности. Одна из них — собрать 3 священных предмета для церемонии, но... Но столько всего происходит, что ты этому не рад. Что за предметы? Это амулет Спасителя, лук Победителя и рог Короля. Каждый предмет несет в себе благословение предков. Скажи, что нужно, я сделаю, что смогу. Я уже отправил людей за амулетом и луком. Но если бы ты могла найти Кабила, ремесленника, и забрать у него рог Короля, мы были бы тебе очень признательны. С ним нелегко. Я отправил к нему уже 2, и ничего. Вдруг ты сможешь. Поговори с его женой. Думаю, я с этим справлюсь. Будь осторожна. У Кабила тяжелый характер. Но его жена Абра как-то с ним справляется. Нереально. Больше я не унесу. Ты наконец пришла убить меня? Я не служу культу. Я пришла спасти тебя. Это отличная маскировка. Теперь ты сможешь освободить других и найти Калкуи? Надеюсь, но я не знаю, что с ним сейчас. Он жив. Калкуи жив. В суматохе я слышал, как он кричал, приказывая нам отступать. Я уверен, он жив.
столько наших людей в плен. Их надо освободить, не то их принесут в жертву. Они не заставят меня просить. Зря тратишь время. Я ничего тебе не скажу. Я пришла не допрашивать тебя, а освободить. Подкуп? Лучше умереть, чем стать предателем. Не сомневаюсь. Но я друг. Спасибо, друг. Иди, я не буду следить за тобой. Вы с друзьями в безопасности. Нет, сектанты нас ждали. Среди мятежников есть шпион. Пригодится. Мать, отец, мы скоро встретимся. Теперь я служу Ишчель по-другому. Унурату прошла сквозь толпу к трону, но не села на него. «Почему мы продолжаем верить в эту ложь?» — спросила она у народа. «Городом правит Кукулькан, и я больше не буду улыбаться и делать вид, что это не так. Я не буду его марионеткой». Стражники заставили ее замолчать и прогнали. Затем они достали оружие и пошли на толпу, чтобы рассеять ее. Мои глаза жжет, но та жизнь уже кончена. Ты призрак? Нет, я еще как жива, как и ты. Смертный и бессмертный. Ну вот, ты свободен. Да,
Я свободен. Трусы. Мы все. Мы заслужили это. Мы не выполнили свою задачу. Не суди себя так строго. Ты еще успеешь вступить в бой. Мы не стали сопротивляться, а сразу сдались, когда нас окружили. Мы отправились на смерть, не пролив ни капли крови. Ila witch. Hey! Как и предсказало пророчество, после столба огня в ночи, после разрушения наших храмов, после плачущей женщины и двухголового человека со стороны восходящего солнца появились странные воины на больших оленях. Они убили слабых вождей и захватили земли и людей. Больше я не унесу. В этом сложно разобраться. Люди поселились между двух рек. Они были не одни. Однако эти чужаки не казались опасными. Thank you.
Папа, папа, иди сюда. Это Ишик. Что тебе надо? У нас сейчас нет времени на восстание Унурату. Ты Кабил? Учу прислал меня за рогом. Рогом короля? Возвестить начало будущего? Ха, можешь взглянуть, что это будущее сделало с моим настоящим. Уходи. Сектанты узнали, что мой папа делал рог. В наказание они отравили наши посевы. И мама заболела. Мой брат Куали пошел на рынок, чтобы достать целебных трав, но не вернулся. Это ужасно. Давай я попробую отыскать твоего брата и достать нужные травы. Спасибо. Знаешь, что случилось с Куали? Нет? А что с... Прости. О, Ишик, чем я могу помочь? Я ищу Куали, сына Кабила. Бедный мальчик. Чимали, прислужник Кукулькана, держит его в клетке на рынке. Он ждет, когда придет Ахау и накажет мальчика. Спасибо. Удачи, Ишик. Какой опасный преступник. Рыночный вор. Сегодня он ворует, а завтра может убить. Как-то чересчур, ты не думаешь? Хочешь знать, что я думаю? Я думаю, надо взять и утопить этих крысенышей. Всех до одного, особенно Юмила. Да, его отец змеиный страж, но он-то нет. Эй, привет. Ишик, чудесно. Опять праздная болтовня. Что тебе надо? Я хочу помочь Куали. Вору? Ты опоздала. Его приговорили к смерти за кражу. Суровое наказание для воришки. Поговорим, когда он украдет у тебя, чужестранка. Что ж, спасибо за сведения. Не за что. Ну же, давай. Мимо. Эй, привет. Эй, ты Ишик? Чужестранка, да? Да, приятно познакомиться. Здорово. Меня зовут Емил. Во что играете, мальчики? Мы не играем. Мой отец – жрец из змеиных стражей. Я взял его церемониальный нож, чтобы показать друзьям. И это заметил Чимали, страж. Чимали знал, что отец будет в ярости, когда не найдет ножа, и забросил его туда. А нож там застрял. О, я попробую помочь. О, правда? Спасибо. Спасибо, Ишик. Пожалуйста. Эй, погоди минутку. Взрослые все время прогоняют нас. Но ты помогла. Что тебе надо? Тш, я поговорю. Чего ты хочешь, Ишик? В смысле, чем мы можем отплатить тебе за помощь? Я хочу помочь Куале. Слишком поздно. Его приговорили к смерти. Ничего не поделаешь. И Чимали страж тебя ненавидит. Чимали погонится за вами, если его подразнить? Что? Если он покинет пост, я смогу помочь Куале. Да, мне нравится. О, скажешь Куале, что мы ждем его в пещере? Он поймет. Там его не найдут. Конечно. Идем. Аста, Райми, со мной. Самин, прикрой нас. Встретимся в пещере. Отойди, Ишик. Мы сейчас все устроим. Чимали, ты трус! Ты сдохнешь рабом! Иди сюда и отведай моего ножа! Ха-ха, да, и лам их какашек. Бежим, бежим! Эй! Прошу, это просто травы, умоляю. Твой брат рассказал о твоей беде. Стой, а ты кто?
Я та, кто хочет помочь. Я не хотел, чтобы так произошло. Я просто хотел, чтобы мама поправилась. А где травы? Дай их мне. Я вылечу твою маму. Беги, твои друзья ждут тебя в пещере. Спасибо. Вот они. Я побегу как можно быстрее. Я же сказал, убирайся. Куали свободен, а у меня есть травы для твоей жены. Правда? Ты пришла вылечить ее или обменять их на рог короля? Вот, это тебе поможет. Боги с тобой, Ишик. Кабил, перестань быть засранцем. Отдай ей рог. Вот, во славу будущего короля. Спасибо за все, что сделала. Спасибо. Я освободила твоих друзей, и еще у меня хорошие новости. Колкуи жив. Он был впереди, когда остальных окружили. Он их предупредил и убежал. Отлично. Есть одна проблема. Среди мятежников может быть предатель. Я знаю. Я выяснил, кто это. И я лично удостоверюсь, что он получит по заслугам. Ладно. Вот, возьми это. В награду. Я благодарен тебе за помощь. Если ты права насчет Колкуи, то он наверняка в убежище в горах. Найдешь его? Скажи, что мы укрылись в пещере черепа. Я его найду. Ушла последняя, вернулась первая. И он и не врал насчет тебя. Рог короля, как просил. Были проблемы с Кабилом? Ты был прав насчет его жены. Она знает, как до него достучаться. Спасибо тебе. Конечно. Учу, что это значит? Ушла последняя, вернулась первая. Люди, которых я послал за остальными вещами. Прошло 3 дня, но никто еще не вернулся. Ты думаешь, что-то случилось? Я больше всего волнуюсь за Квенти. Он молод, любит рисковать. Прыгает в воду, не зная, глубоко ли там. Я видел таких. Иона. Иона прав. Это точно про Квенти. Не надо было посылать туда Квенти. А где это? Старый резервуар. Там спрятаны останки Манко от сектантов. Кто такой Манко? Манко был фермером, который спас предков Сайри и Амару из Куска много лет назад. Его зовут Спаситель Народа. Для коронации нужен его амулет. Зачем Манко спрятали? Последователи Манко называли себя Орденом Спасителя Народа. Этот орден поднял восстание.
Когда секта Кукулькана захватила власть, то хотела уничтожить Орден. Манка сокрыли в надежном месте и оберегали, но со временем Орден пришел в упадок, и это место было забыто. Если хочешь, я поищу Квенти. Ты уже много сделала. Вернуть нам Рог Короля было очень благородно. Мне несложно. Может, Квенти покажет мне лучшие места, где можно броситься в воду? Не обнадеживай его. В резервуар можно попасть через пещеру над Белым деревом. Иди по тропе, она тебя приведет. Домингес схватил Унурату. Колкуи! Колкуи! Колкуи пришел, пока ты спасала других. Мы не знали, что он воин Ягуара. Он сказал, что заплатит, и я не отказался. Отказаться стоило, Пома. Кукулькан ненавидит чужаков и предателей. Смерть тем, кто против Кукулькана! Чужестранка! О ней говорил Кукулькан! Убить ее! Убить! Zorkes Matschig! Anbatelech! Antenesch! Kill! Kill!
Нет места. Ничего не могу взять. Который я видела с берега. Который я видела с берега. У меня нет столько места. Хун Бац и Хун Чоэн были братьями-близнецами, старшими сводными братьями более знаменитых близнецов-героев Майя. Близнецы-обезьяны, завидуя братьям, всегда жульничали во время футбольных матчей и портили их своими злобными выходками. В отместку близнецы-герои заманили их на дерево, которое росло вечно.
Тем самым они сделали так, чтобы Хунбац и Хунчоин уже никогда не могли спуститься. Близнецы-герои убедили их, что они могут спуститься по ремням. Но оказалось, что это еще одна уловка. Ремни превратились в хвосты, а старшие братья — в обезьян. Поверни первое зеркало налево, иди вдоль луча света ко второму зеркалу, направь второе зеркало через комнату по диагонали, вернись к первому зеркалу. Похоже, это какие-то инструкции, но я не могу разобрать остальное. Я прибыла как раз вовремя. Похоже, сектанты были здесь. Только достойные вправе взывать к Кини-Чахау. Пусть его свет изгонит тени из ваших сердец и из самого города. Здесь, наверное, проводят обряды в честь солнца. Четыре зеркала. У каждого своя метка. Они пронумерованы. Это первое зеркало. Нужно пройти через центральный павильон, чтобы попасть к алтарю. Нереально. Больше я не унесу. Только достойные здесь подбдить. Эти два Ица. Майя не запрещали Поверни первое зеркало налево. Поверни первое зеркало налево. Поверни первое зеркало налево. Иди вдоль луча света ко второму зеркалу. Нужно придумать, как опустить центральный павильон. Если упаду в воду, долго не протяну.
Это второе зеркало. Надо добраться до третьего зеркала. Поверни первое зеркало налево. Иди вдоль луча света ко второму зеркалу. Направь второе зеркало через комнату по диагонали. Вернись к первому зеркалу. Поверни первое зеркало налево. Иди вдоль луча света ко второму зеркалу. Направь второе зеркало через комнату по диагонали. Добраться до третьего зеркала. Божественным каноэ, которое везет души Майя из подземного мира на небо, надо добраться до третьего зеркала. Надо добраться до третьего зеркала. Похоже на выход. Так я и выберусь из гробницы. Тут не перебраться. Придется идти назад.
добраться до третьего зеркала. Это третье. Нужно проложить путь к первому зеркалу. Нужно проложить путь к первому зеркалу.
Поверни первое зеркало налево. Иди вдоль луча света ко второму зеркалу. Направь второе зеркало через комнату по диагонали. Вернись к первому зеркалу. Похоже, это какие-то инструкции. Путь к зеркалу 2. Нужно проложить путь к зеркалу 2. Бог Чак играл очень важную роль в жизни Майи. Он научил их секретам земледелия, следил за ростом посевов и созреванием урожая. В общем, он был связан со всеми видами плодородия. Кроме того, в его подчинении находились ветра, молнии и дождь, шедшие вместе с его слезами. Он охранял ручьи, колодцы, реки, сеноты и другие источники воды. Его считали милостивым и заботливым, но непредсказуемым. Чака изображали в виде рептилии с волосами, беспорядочно свалявшимися в узлы. Его цветами были белый, красный, желтый и черный, которые символизировали север, восток, юг и запад. Четыре зеркала. У каждого своя метка. Они пронумерованы.
У этого зеркала есть коридор. У четвертого зеркала есть коридор. Нет места. Ничего не могу взять.
Учу сказал, что вход в резервуар в пещере над белым деревом. Вот и вход. Во время ожесточенного боя человек, в жилах которого текло два вида крови, бросил на землю оружие и, произнеся пламенную речь, убедил остальных воинов сделать то же самое. Они пошли за ним с поля боя в город и там обезглавили нескольких торговцев, чья вражда и привела к войне. Распространение болезни удалось сдержать, и вскоре мы узнали, что Лопес приходил и ушел. Некоторые заподозрили предательство, а другие беспокоились за его жизнь. У нас был только один вариант — оставаться в городе. Доводов в пользу этого было два. Либо мы будем готовы, когда Лопес придет в себя и вернет артефакт, либо здесь будет идеальная точка для продолжения поисков. Мы заключили договор с царем. Мы станем его телохранителями, его врачами и священниками. Здесь изображено паломничество из великого города. Должно быть, эта манка выводит предков жрицы из Куска. Что-то не то. Тут сотни лет никто не бывал. Должно быть, это то самое место. Возможно, это чучело царя народа. Возможно, секта Кукулькана украла его, чтобы жители Пайтити ему не поклонялись. Или же он получил его в качестве платы за защиту. Останки спасителя народа увезены в неизвестном направлении. Нам сообщили, что сектанты крадут различные объекты и артефакты, чтобы держать жителей в повиновении.
Мы не допустим, чтобы то же произошло и с Манка. Место упокоения Манко. Подозрительное место. Похоже на шествие мертвых. Это орден прячет Манка от секты Кукулькана. О, черт! Ох, черт! Этот рычаг поднимет уровень воды. Когда резервуар заделали, членов Ордена оставили внутри как стражей. Столько костей.
Они пожертвовали собой, чтобы сохранить тайну. Этот рычаг поднимет уровень воды. Привет, Манко. Так, где же амулет? У меня нет столько места. Нереально. Больше я не унесу. Так, надо вернуть несколько косичек из чистого серебра. Насколько я понимаю, Манко был простым крестьянином. Наверное, их сделали уже после его смерти, в знак почтения к нему. Да уча. Сквозь стену сочится свет. Наверное, там есть еще запечатанный проход. Что ты делаешь? Я пытаюсь прочитать эту тупую фреску. Авиль, будь вежливей. Прости, Ахау. Я не хочу оскорбить Кукулькана. Я изучаю фрески, чтобы стать змеиным стражем, как мой отец. Уверена, он тобой очень гордится. Но что, если я не понимаю, чему они должны меня научить? Может, я помогу тебе? Как думаешь, твой отец будет против? Правда мою? Дитя, я уверена, твой отец был бы рад узнать, что Ахау помогает тебе. Отлично. Часть первой фрески я поняла. Это вода. Ну, что-то насчет воды, кажется. А остальные я еще не смотрела. Давай я схожу, изучу все эти фрески, а когда вернусь, мы их с тобой обсудим. Буду тут. Кстати, я Лара. Авиль. Еще раз спасибо, Ахау. Отец будет мной гордиться.
Когда то, что было над ним, окажется внизу, съеденное станет едой для посевов. Почва, земля, Ахмон, бог Маиса. Скользи в нем, как птица, но не дыши. Вода? Тогда он — это Чаак, бог дождя. Он стирает тьму и приносит день. Это про солнце. Бога солнца зовут Кини Чахау. Боги на фресках и дают жизнь, и забирают ее. Гармоничное сосуществование. Эти фрески учат дуализму жизни и смерти. Не просто для ребенка. Привет. Приветствую тебя, Ахау. Ты уже знаешь, какой кошмар? Сумака убил его же слуга. Он такого не заслуживал. Ты знаешь Сумака? Все знают Сумака. Он был моим наставником и партнером. Он помог мне открыть свое дело. В верхнем квартале невозможно вести торговлю без связей. Сумак во всем мне помогал. Я выясню, что произошло. Спасибо, Ахау. Прости, Ахау, но сюда нельзя. Толпа в яме. Может быть, ты попробуешь успокоить толпу, Ахау? У меня нет столько места. Ужасно. Тебе разве не сообщили о смерти Сумака? Сообщили, Ахау. Он был хорошим человеком. Верно. Нужно сыграть прощальную песнь и проводить его в другую жизнь. Да, Ахау, я сыграю. Все спокойно. Заходи. Как это случилось? Когда мы пришли, Шока, хозяйка дома, спорила с Тарукой, своим слугой. Тело Сумака лежало между ними. Тарука был весь в крови. Шока видела, как его убили? Нет, она пришла с рынка и увидела Таруку, стоящего над Сумаком. Тарука сознался? Говорит, что невиновен, но теперь пришла ты, Ахау. Мало кто осмелится врать под взором богов. Если признается, поговори с расследователем Покалем. Он около тебя.
Оу, прошу, пощади. Клянусь, я не убивал хозяина. Успокойся, Тарука. Расскажи, что случилось. Я пришел с работы в полях и услышал какой-то громкий звук, будто ворота захлопнулись. Я прибежал и увидел Сумака всего в крови. Его закололи. Я пытался остановить кровь, но он уже был мертв. Вот почему твои руки в крови. Ахао, прошу, поверь мне. Если у меня будут еще вопросы, я вернусь. Уверен, ты сможешь доказать, что я этого не делал. Ну надо же, убит в своем доме, своим же слугой. Привет. Шоко? Да, Ахао. Да, тебе тяжело, но ты должна рассказать, что случилось. Я была на рынке с... О, бедный Сумак. Не спеши. Давай с самого начала. Ты была на рынке? Да, с Акной. Хотела сделать покчук. Мой муж очень его любил. Акна? Это моя служанка. Что произошло дома? На кухне я увидела Таруку, стоящего над Сумаком. Его руки были в крови моего мужа. Я закричала, и прибежали стражники. У него было оружие? Нет. Когда ты пришла, ты не слышала громкий хлопок? Нет, конечно, нет. А Акна? Причем тут Акна? Она была со мной, мы вместе ходили на рынок. Где она сейчас? У себя в комнате. Все это очень ее потрясло. Я поговорю с ней. Но... Да, конечно. Как скажешь, Ахао. У меня нет столько места. Приветствую. Что ты выяснил, Покаль? Сумака несколько раз ударили в шею чем-то очень острым и тонким. Вроде стрелы или ножа? Возможно, но оружие мы не нашли, хотя и обыскали комнату. Значит, убийца забрал его с собой. Я могу взглянуть на тело? Конечно. И пусть боги позволят тебе увидеть то, что я не могу. Да, Хэл. Кто-нибудь видел Шока на рынке, когда случилось убийство? Она была со своей служанкой Акной. А что? Тарука говорит, что слышал, как хлопнули ворота. Поэтому он побежал и нашел тело. После этого пришла Шоко. Верно. Так где орудие убийства? Мы обыскали весь дом. Тут его нет. Мы что-то упускаем. Я поговорю с Акной. Вдруг она что-то знает. Как скажешь, Ахао. Нереально. Больше я не унесу. Мне никогда это не отмыть.
Привет, Акна. О, Ахао. Прости, я приняла тебя за хозяйку. У меня есть к тебе пара вопросов. Я ничего не знаю. Я никогда ничего не знаю. Ворота открываются? Ворота? Нет-нет-нет, они сломаны. Сломаны. Уже давно сломаны. Акна. Поищу обходной путь. Тарука виновен, Ахао. Я уверена. Рано или поздно. Ахао, приветствую. Так это правда? Сумок убит? Да. Я ищу Акну. У меня есть пара вопросов. Служанку? Я бы не тратила на нее время. Она ничего не знает. Она даже не замечает, что творится у нее под носом. О чем ты? Прости, Ахао. Это не мое дело. Если что-то знаешь, говори. Скажем так. Брак Шока и Сумака был не слишком полон страсти. Шока всегда нравился Икаль. Икаль? Партнер Сумака. Они были друзьями? Я думаю, больше, чем друзьями. Спасибо за сведения. Рада помочь, Ахао. Ну надо же, убит. Как я говорил, руки слуги Таруки были испачканы в крови. Скорее бы закончился этот Нет ужасный места. День. Ничего не Скорее могу. Скорее бы видимо, тело убийцу. Передвинули. Нереально. Осмотри тело, Больше Ахао. Я не унесу. Может быть, ты что-то заметишь. Понятно, что случилось. Слуга убил своего хозяина. Да, Ахао, что-то нужно? Ты говорил, что работал в поле. Ты вернулся сюда с инструментами? Нет. После восстания секта Кукулькана забрала у нас все инструменты. Мы сдаем их, когда уходим домой. Шоко вернулась вместе с Акной? Нет, она была одна. Акны с ней не было. А что? Спасибо, Тарука. Я не виновен. Прошу, Ахао, помоги мне. Понятно, что случилось. Слуга убил своего хозяина. В чем дело, Ахао? Где была Акна, когда ты нашла своего мужа? Что? Она была со мной? Тарука говорит, что нет. И ты ставишь слово слуги выше моего? Я хочу узнать правду. Прости, Ахао. Я не знаю, о чем говорил Тарука. Акна была рядом, наверное, вернулась к себе. Она убирается, когда нервничает. Я ничего не знаю. Я никогда ничего не знаю. Тело может дать нам какую-то подсказку. Скорее бы закончился этот ужасный день. Скорее бы наказали убийцу. Я не виновен. Прошу, Ахао, помоги. Понятно, что случилось. Слуга убил своего хозяина. Ну надо же, убил свою... Я так и знала. Нереально. Больше я не унесу. Quali
Но надо же, убит в своем доме, своим же слугам. Понятно, что случилось. Слуга убил своего хозяина. Скорее бы закончился этот ужасный день. Тело может скорее дать бы наказали убийцу. На полу следы крови. Мне никогда это не отмыть. Скорее бы закончился этот ужасный тело день. Тело может дать нам какую-то скорее подсказку. Бы наказали убийцу. Я не виновен. Прошу, Ахау, помоги мне. Понятно, что случилось. Слуга убил своего хозяина. Ну надо же. Нет места. Ничего не могу взять. Рано или поздно это бы случилось. Ну надо же. Тело может дать нам какую-то подсказку. У меня нет столько места. Нереально. Больше я не унесу. Нет места. Скорее ничего бы закончился этот ужасный день. Скорее бы наказали убийцу. Мне никогда это не отмыть. Мне никогда это не отмыть. Майя и Инки стояли плечом к плечу в битве против своих братьев. Те, кто хотел отступить и начать жизнь сначала, и те, кто желал идти вперед и захватывать соседние земли. Методы подсечно-огневого земледелия, которые применяли майя, не годились для этих мест, и вскоре это привело к нехватке еды. Чтобы избежать голодной смерти, они заключили соглашение с местными племенами, научились у них новым методам и получили новые сельскохозяйственные культуры. Прибыли торговцы, нагруженные товарами, а затем и крестьяне с новыми растениями и методами. Постепенно, когда в Пайтите стало еще больше чужаков, они взяли власть в свои руки. Снова кровь. Кто-то пытался ее отмыть. Видимо, здесь убили Сумака.
Кто-то копал здесь недавно. Похоже, убили его эти... Древний нож, возможно, сделанный ацтеками. На лезвии свежая кровь. Но ее, похоже, кто-то пытался стереть. Нож не точили уже много лет. Ножом. Положи, не трогай. Хозяйка сказала, если это увидит, она попадет в беду. Почему попадет в беду? Прошу, Ахао, не заставляй меня, если с хозяйкой что-то случится. Ты должна мне все рассказать. Хозяйка не ходила со мной на рынок. Когда я вернулась в свою комнату, ворота были сломаны и повсюду была кровь. Хозяйка позвала стражников и отдала мне нож, чтобы я спрятала. Мне так жаль. Спасибо за честность, Акна. Прошу, прости меня, Хао. Пожалуйста. Теперь Шока будут судить. Уж кацасахсипил. Скорее бы закончился дело этот ужасный может дать день. Нам какую-то подсказку. Скорее бы наказали убийцу. Пакаль, Тарука не виновен. Сумака убила его жена Шока. Я нашла ее нож. Взять ее! Нет! Шока не ходила на рынок. Она подождала, пока Акна и Тарука уйдут, а потом несколько раз ударила Сумака в шею. Это ложь! Сумок упал там, в проходе. Шоко перенесла тело туда, где его бы нашел Тарука. Затем она силой захлопнула ворота, чтобы привлечь внимание Таруки. Она отдала нож Акне, приказав его спрятать, и обвинила Таруку в убийстве. Тихо! Разберемся с тобой. Пожалуйста, прими это в знак благодарности. Тарука, ты можешь идти. Спасибо, Ахао. Иногда справедливость берет верх. Иногда. Не могу понять, что это значит. Майю, где Авиль? Что случилось?
Не знаю. Отец пришел и забрал ее. Сказал, что в награду за успехи в учебе он разрешит ей участвовать в каком-то обряде. Обряде? Обряд пробуждения. Ахао, там приносят жертву ребенка. Думаешь, отец Авиль может ей навредить? Я знаю его много лет. Сегодня он пришел и смотрел, будто сквозь меня. Его глаза были черные, пустые. Куда он ее увел? В заброшенную деревню. Пожалуйста, торопись. Они тебя ждут. Сюда. Давайте начнем. О, Ахао, я дарю тебе свою собственную кровь, свою дочь, Авиль. Ее разум и дух сильны. Я никогда не видел такой силы. Я так горжусь моей Авиль. Из нее получится отличная жертва. Возьми, это нектар пробуждения. Услышь меня, Кини Чахау, лицо солнца. Я отдаю тебе Авиль, избранную. Она выпьет нектар пробуждения. А затем ее сердце достанут и бросят в пламя. Я отдаю тебе свою плоть и кровь и умоляю тебя не гасить наше солнце. Авиль, это Лара. Когда я скажу, беги прямо к Майю, ясно? Авиль, беги! Почему мне кажется, что это не конец? Мачини кешу лак лехулоб.
ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. Авиль, ты в порядке? Да, я спряталась, как ты сказала. Ты умница. Зачем ты прервала обряд? Авиль, тебя собирались убить. Но так и должно быть. Я была избрана. Моя жертва не позволила бы Кеничи Ахау забрать солнце. Отец сказал, он мечтал об этом. О том, что я особенная. Авиль, мечты могут сбываться не так, как ты ждешь. Что, если ты должна остаться здесь, на земле, и направить свою силу на то, чтобы стать величайшим змеиным стражем в истории? Ты правда так считаешь? Да, правда. Скорее бы сказать папе. Авиль, твой отец уехал на какое-то время и оставил Авиль со мной, чтобы не отвлекать ее от учебы. Конечно. Мне столько предстоит выучить. Лучше начать поскорее. Спасибо, Ахао. Да, спасибо, Ахао. Я прослежу, чтобы об Авиль позаботились. Прошу, возьми этот лук. Он принадлежал моей маме, лучнице Орла. Пусть теперь послужит тебе. Спасибо, Майо. Мне столько предстоит выучить. Лучше начать поскорее. Спасибо, Ахао. О, Лара, Квентин недавно вернулся. Потрепанный, но живой. Рад, что и ты в порядке. Да, в резервуаре опасно. Я рада, что Квентин вернулся. Но амулет спасителя он, к сожалению, не принес. Это амулет спасителя? Что? Лара, ты нашла его? Невероятно. Вот. Я так тебе благодарен. Когда Зан достанет лук победителя, мы воздадим честь всем, кто помог вернуть артефакты. И тебе, если ты придешь. Я приду. Секта наверняка торжествует по...
Чусевин. Бали!